А, офигеть, на сколько надо смотреть. Сейчас форна прокачаем. Пока вы мне только прокачали пулей в лоб, блин. Пуля в лоб, жопа в говне. Я там хоть по одному пострелял. Ты одного убил, по-моему? Сразу врываемся, да? Тут ботов нету на доме. Это ты, спец? Нет. Бот. Ебать, меня бот. Па, я вообще весь красный. Ты чей? Есть чем хиляться? Да. Пойдем. Сейчас этого подождем, спецу. Дробаши, что ли? Давай, вдвоем дробаша по мне. Опа-опа-опа, на втором этаже бот. Это спором. Нет, я не со спецом. Этаже, на крыше, я убил. О, сзади. За нами идут типы. Да, и за нами, впереди нас должны. За нами типы, реально? Да. Пока их не видать. Там кто-то со снайперкой сидит. У нас снайпер на крыше, наверное. Я убил снайпера на крыше. Он... А где они за нами, Толян? Ну слушай направление. Я вообще ему мотель пасу. Как ты их услышал? А ты сейчас не слышишь, что ли, стрельба была? Нет, может это я стрелял, нет? Да нет. Не. Там в настройках, кстати, можно включить, будет лучше ориентироваться. Они уже тут примерно. Прям за нами они не идут. Я смотрю эти две я точки. Я вот тоже думаю, не могут они идти прям. Ага. Он бегает. Под мостом. Развален один. На мост забирается. Развален. Нет. Чел. Он. Один? По окну, да, посмотри. Да. Вот, стреляет по этому. Там кто-то с глушаком как раз надолбывает. Да вот, чел, он с пистолетом, походу. Он пошел. О, на мосту. Это бот. Бил? Да. А внизу справа чел должен быть. Ты перезаряжал? Нет. Кто-то форум подбегает сзади. А нахрена ты бота убил? Он меня смотрел. Да и пусть бы смотрел, он же не стрелял. В идеале, если под мостом был челик, он должен был выцеливать этого челика. Слушать, выцеливать. Что делаем? Пошли на мотель. Пошли, ну. На, медичку надо. Вот, стрельба. Или они уже... Че, у тебя поломано что-то? Ну, желтое. Что, дать мне медичку? Желтое ничего. Сюда, под забор, спец. Справа, справа. Вон она. А, спасибо. Смотри, тут трупы валяются.
Еще базарят трупы, да? Угу. Второй этаж. Бот на втором этаже. Вы на втором? Да. Да. Наш стреляет? Кто стрелял? Я не стрелял. Я стрелял. Подвале, на, скорее всего. На 175 это топчется подо мной. Подвал где-то что. Да, да. Бот? Или человек? Да. А хуй знает. Бот. Пиздит бот. Ключ нашел за 130к. Ключ дорого стоит. А вот эту дверь ты можешь открыть, что? Это какой-то дом. Там ключ от фермы. На дверь свои ключи. Ключ от фермы какой-то. Кто стреляет? Я бота убил. А. Я заряжаю. Слышь. Пацаны, у меня кто-то ходит. Где а ты? А ты где? А вон. Кобль. Я убегаю. Я кто стрелял. Там бот был, с рабашом, за забором. Я слышал, кто-то ходил, но он странно, он молчал, боты обычно пиздят. Может быть, сейчас на первом этаже кто-то есть, я на первом этаже. Пикаю. Это бот орёт. Зря, наверное, с домика ушли. Чё, будем ждать? Вы бегаете, топаете, как слоны, блядь. Ну, в смысле, вас так слышно? Я постоянно боюсь, что это люди. А ты один поиграй. Поймешь, что, блядь. Тип. Направление. Типы, в сторону вышки. Под откуда мы вышка. Пришли? Подо мной. На 340, да, под тобой он. Пизда, нахуй. На первом этаже у бильярда он.
на мне, короче. Ворон, он внизу. Вот. Я понял, сюда. Понял. Вижу твой труп. Я вижу, наблюдаю за тобой. Какая восьмерка на стене. Из пуль. На первом этаже он, да? Да. Не-не, правее он. Да все, все, Харе, ты че? Убили? Да, там еще будет сейчас. Наверное. Че, он один был, что ли? Бери этот калаш. Я забрал. А ты где, Толик? А вот лежит под лестницей. На лестнице. А тут тип где? Дальше. А входа. Как забегаешь справа. Тут вот. Медицина лежит, тебе нужна вроде бы. А мне дали же. Вот Толик, запасливый какой. Он с юмкиком был? Или я не того вот. Нет, как забегаешь справа сразу, вот там. Калаш, пожалуйста, заберу. Наушники есть, каска забрал вам. Если надо, берите. О, мне надо такая. Кузак хороший, разгрузка. Ебать, он полный, если... Какой я с ним разгрузкой, блядь. А я рюкзак заберу, наверное. Толик, квасочек и тушеночка. Что-то он насобирался как говно, блин. Что, я? Не, этот тип. Тушенка, блин. Ты заберешь разгрузку, да? Ага. Рядовой. А я заберу рюкзак. Не трогай рюкзак, я все с него выкину, свое сложу, заберу. Там все равно одно говно осталось. Кстати, я касочку только все беру. Она целая там на нем. Каска 25 из 25 забрал. Нормально. Только забрал, закрой. Как там его? Так, я скину свой магнитолу. Этот самый, не забирайте пока. А хер, я у него не могу взять эту кашку. Фига вы тут накидали, блин. Видал, Толя, как я его расстрелял? Не, к сожалению, уже... Я отомстил, отомстил. Я верю. Ладно, пока не... Я, в принципе, готов на выход. Ладно, я пока кваску тогда хряпну. На, Форн, ты же его убил. Но, это не трожь. Так, ключик забери за 200к. А что, ты каску не забрал с него, Форум? Да у меня такая же каска, как и у меня. Как и у Толика. Так, что, на выход идем? Ты только залутал, да? Да, только уже все залутал. Самое главное, калаш забери. Калаш я забрал. Барабан. Там пули, блядь, топовые нахуй. Не барабан забрал. Можешь одеть сразу же. Только не стреляй. А что делать-то? Зажимай, глаза закрывай. Я уже тут Ксюху зарядил здесь. Что-то не прет. Один сегодня играл, все летело нахуй. На выход. Ребят. Да, погнали на выход. Ребята. Пошли. Меня залутали, можно на выход. Все, да. А он что, один был, что ли? Да. А есть же такие имбецилы, которые цепляются к пати и сразу съебываются. Ну играешь один, играй один, играй соло, да? А там вроде нету такой кнопки, или есть? Автоподбор. Ну, точнее, отключить. Соло можно тут. Есть. Че вы легли? А, вон. Устал. Тяжелый. Перегрузан. Все твоя алчин. Да, нагрузился, пиздец, шумул нахуй. Надо мешок с собой еще брать. Колясочка так.
Чтобы тащить на веревке, да, за собой. Хуя, батон нажимаю тебе. Челаб, вот бегает нам. Это был челик. Челик был, я по нему стреляю, стреляю ему по барабану. Из автомата моего? Да. Ты охуел. С барабан еще прицепил, кстати. Тихо. Что, будем лутать? Кого? Челик. Барабан. Кого? Челика, которого застрелил. А, там я еще одного убил. На, и с пистолетами были. Да нахуй он. У вас в чем? Ну. Да, где-то они вообще бич. Да, с пистолетом вообще и жетонами. Бич бойс. Блять, это вообще что ли? Это бот был. Вот мы по боту постреляли. Это пустой. Да, тут тоже пустой, веришь? Ну тут все заутано. Пошли, ладно, если нас побежали. А мне показалось, что он на вид был как чувака, понял? Но чувака же не отличаются немного от дикарей. Че, вон зомбак сидит. Ой, походу, блядь, зомбак. Хуй, в затылок не дал, ему похуй. Да, бегают, конечно, они там. Я не дамажит этот маг 10, блять, с фиолетовыми пульками. А это вылетать что-то в упор зажимать, а тогда он возможно что-то может в крысу сзади. Так у него точно скорострельность по ногам, хорошая, порядка. Влад, по ногам, по ногам. О, по ногам реально. О-о-о! 287. 603. Рядовой Вакутагин уже готов к бою. Вылазки. Че, горячие ключики продавать, да? Или откладывать их? А пока откладываю, потом, когда будет этот самый несгораемый жилет. Все, у меня восьмой... А, фора начнем ждать. Если у меня восьмой уровень, можно... Отдайте это. 1% у меня уже на камеру. Форн, ты видел, какой Вакутагин у меня? Да, у него харя такая. Сейчас я ключики отложу только. Слушай, ключницу это можно ведь носить, она же бронированная. Ну да, ключики надо таскать с собой. Хуяк, один ключик одели. Так, а чего у меня? Ключ от дома. Подробности. Склад конюшни, радиостанция. Ключ от двери в доме расположен в северо-восточном углу фермы. А простая связка, она не потеряет, если меня убьют? Не-не-не, она под защитой. Там три ключа, они у тебя все это, заблочены. Ну тогда я туда положу их, что? Да, конечно. Потом а просто открываешь. А ты у меня калаш отобрал, что ли, засранец этот? Ты у меня калаша твоего? Это его калаш. Он его забрал ему. Он вернется Толику. Я благодарен тебе. Надо было у тебя патроны все разрезать. Я у него 150 костерей валил нас. Патроны надо было все разрядить. Они бы тоже вернулись. Ох. Ну ладно, расстреляй, надо. А это зря. Ну все, в принципе. А, тут еще. Как подлечиться полностью, как можно. Нельзя. Жди от хила. Слева внизу уходит, сверху. Здоровье, снижение, здоровье. А, я задание, кстати. You've got potential. I can't wait. Гранаты мы, надеюсь, подобрали.
Я их спер первую очередь, кстати. Хотел набрать. Кафуга, блядь. Are you interested? Remember, it's not all about fighting. Just grab the loot and go. Квасок не трогал? I've heard you've gotten better. Квасок выпил. Remember, it's not all about fighting. Я его откладывал. Думаю, чё ждёшь-то? Пока там ребятишки лутаются. Да. В принципе. Ворон, купи рюкзак. А у меня есть рюкзак. Кажется. Ну написано, вот в хранилище зашел, у меня рюкзак висит. Да? Я рюкзак. Потому что это. Вот, смотри, спиной поворачивай. А я твой-то не брал. А, ну кто-то забрал мой рюкзак, и мне его вернули. Значит, спец. Спец спер, полюбас. Как? Нет, он вернулся бы, если твой рюкзак был бы. Он не вернулся, да. Я говорю, ты себе купи. Не, у меня есть рюкзак. Слушай, не знаю. Короче, а я знаю, я его рюкзак положил. Отлично, форум. Отлично. Гранаты вернулись на базу. Каждая граната 7800, но. А, копейка мне, пожалуйста. За возврат. Сосан, сосчёмся. Я тебя тоже подберу потом. Да чё мне тут подбирать-то? Мне тут нечего подбирать. Ой, боссово, да? Да. Калаш-то кидает, блин, во все стороны. Каска-то бомжовская и броник-то бомжовская. Забрал запись, помогай. Так, я готов, я покурю. Курить? Он быстро курит. Он говорит, я готов, я покурю. Так, ничего, не сколько дропсов. Всё, взять на пушку пострелять, ну там вроде это. Поля. 45 просит. Ферма. А у тебя, Влад, сколько? Сейчас смотреть. Дропсы и награды. Ну чё как? Блять, правом верхнем углу да. Нажми на свою иконку. Блять, пусть форум говорит. На иконку. Жмешь? Ага. Там будет дропсы написано. Дропсы. Подарки и дропсы. 48. Там... кейс, да, мы получаем? Или чё? Да. 48%. Нормально. Соточку возьмете, поиграем. Завтра. Приходит завтра. Я, наверное, блять, вот сейчас получу эту дропсу и спать пойду. Да? Вчера, позавчера выходной. Завтра на работу. Завтра, послезавтра выходной. Завтра, послезавтра выходной, да? Но. А еще ты завтра на работу? Нет, завтра на работу, послезавтра, послезавтра на работу. То есть в среду. Доработал, четверг, пятница, выходной. Отлично, давай, я в четверг прихожу с работы, и у меня как раз пятница выходная, можно будет ебашить. Вы все, что видите? Вот, да. Ну, жмите. Подожди, нету его еще. Спеца ждем, пойду подписываю. Я нажму и пойду подписываю. Хотя все равно, если что, это не получится. Ну, давай спеца подождем. О, я забрал, что смог. А, нет, не смог прицепить. Не смог. А, вы готовы менять статус, больше нельзя. Ну-ка. Кстати, я забрал при собачью. О. А как его закрыть? Палк на пуш, нажми на него. Ой. Поднять аксессуар, а пусть вся аксессуар будет. Положить аксессуар, продать, обыскать, связать предмет. Передать предмет подробность. Ты же его одел, ты на себе.
Подробности передать предмет, убрать, ремонт, поднять аксессуар. Ну, меня поднять. Я год. Опустил? Mm-mm. Не, ну нет вот, такой функции. Зайди в хранилище. Ну, зашел. Вот, шлем тебе одет. Да. Правая кнопка мыши. Нажал. Первый. Подробности. Ага. Передать предмет. Ага. Убрать. Ага. Ремонт. Ага. Положить аксессуар. Продать. Положить аксессуар. А что вы делаете? О. Забрал, закрываем. Мы не знаем, как забрал закрыть. Что закрыть? Забрало. Ебало закрыть. Понаехали. Толик, жми. У вас сил троих персонажей какие-то одинаковые. Угу. Я хотя думал потом сменить, а уже все нельзя. Смотрю, что-то многие вот этого персонажа берут. Китайцы. Китайцы. Нет, у меня не китаец. Самый первый. Китаец. Он самый нормальный, как он будет. Что они там что-то сделают, и мир. Я хотел шоколад, но он занят. Я и так какой-то, только злой шоколадный. А там есть вообще еще чернее, он прямо с Нигерии, нахуй. Ну нормально в кустах-то не быть вид. Это камуфляж. Чтобы в грязи валяться, понял. Так, чё мы, где появились? Окей, возле мотеля. Чё, двигаем сразу туда? Ага. Смотрите, сзади могут быть. Ну им же тоже так же надо будет рашит бежать. На заводе походу на этом. Че, через подвал, прям? Так. Ебать, со всех сторон. Это я. А ты? Угу. Ого, граната. О, гранат кидай. Предлагаю подождать кого-нибудь. Давайте.
Кто гранаты кидал? Да всех. И там он шмаляется. Ебанул его? Да бот. Очень сильно меня напугал, блин. Нифига, у меня патроны прилетел. Но не попали. С 300 по тебе и башню. Рассоситесь как-нибудь. Вот нас поодиночке поубивали. Да нет, направление хотя бы держать. В дом два входа по первому этажу, по-моему. Песты ген на улице, что ли? Нет, на первом этаже. Там один со снайперкой. Ворон там со второго этажа тебя легко снимут. А я не около окна. А там похуй. Давай вниз. Второй этаж залутали? Угу. Да, я прочек. Чтобы и не. Короче, на подвал смотреть. Думаешь, с подвала пойду? Да нет, с этой хуйни пойдут, которую ты смотришь. Я около какого-то подвалку сижу, я не знаю. Он не он. Я где-то краем уха слышу, бота орёт справа. А бот орёт, когда возле него люди, да? Так сам по себе он не орёт, по-моему. Угу. Ну или стреляет. Пацаны, люди на первом этаже. В соседнем здании красное, где в тот раз был. С подвала выходят. Не понял, где. Вон там он, вот как вниз спускаешь, там красное здание одноэтажное, блин. А, это не ты вообще. Выскочил чувак. Где в подвал заходить. Подошли спиралька в комаров. У
Как-то странно по мне постреляли, потом он перебежал там. Может, дал... это бот был? Тихо, тихо! Может, и бот был. Там еще вроде тут. Кто заряжается? Я. Yeah. Пацаны, тихо ходит возле меня. Обернитесь на меня. Это блядь. Челик по-любому. Он снаружи ходит? Да. Я не могу понять. Да, походу снаружи, подкрадывается. Я дверь закрыл. Ну я чекаю, главное. Их двое. Этаже. Стреляют ботом. Одного вижу. Одного снял. Хорош. Он без шлема даже был. Второй под, на вышке, второй на вышке. На подъеме под вышкой. Спустился, поднялся. Не пикает там. Кто-то убил на вышке. Я убил? Я убил, только что. Ну их только двое. Надо еще должно быть двое. Не факт. Не факт, что это вообще бот был. Ну, возможно. Он там стреляет. Вышли стрельба? Вот на ферме. А ты где убил типа спец? А вот под тобой здесь. Что, лутаем? Движение 245, откуда мы прибежали. Красный дом. 245? Угу. Да. Далеко? Красный дом, рядом. Сейчас будут заходить к нам. Первый, второй этаж. Но с улицы забегают. У меня на 150, а тут 30. Слышь, выстрел? А дверь кто открыл? Толик, ты открыл? Сейчас нет. У меня с забором в упоре на 160. Попробую с чемоданом чекнуть его. Какая-то стрельба вообще, блядь, лютая. Либо они от нас съебались на запад. Либо. Либо тут. Либо пришли они... еще одни. Да. Либо там боты, блядь. Хотя, блядь, воюют, пиздец.
Боты орут, блядь. Лутать, спец? Да, чекну, типа. Давай, а я на вышке чекну. Вот такой какой-то челобот, блядь, с юмпиком. А, это бот, что ли, был, походу? Вот мне кажется, у меня тоже был бот. О, нихуя с золотым предметом, блядь. Да, мне падал золотой предмет. 270 бота. Тысяч, блядь. Это круто. Снайпер, да, пошли. У меня тоже бот. Тоже золотой? Нет, просто бот. Возле меня стрельба. Текай оттуда. Фапас какой-то говёный, блядь. Это кто? Это не наш. Кто-то под мостом наёбывает. Да. А это вообще рядом. Там бот еще. Осторожно. А по кому прилетел? По мне. Откуда? 260. Они подо мной что-то топчутся. Тихо. Слышали? Слышали. Это юго-запад, красное здание. Правое. А, в упоре который? Да, у нас уже вот он здесь. Он поднимается вот к нам, походу, по лестнице чекайте. Там Форн вроде смотрит. Только не вставай, Форн, как сидит, так сидит. А, дверь закрылишь? Я прикрыл дверь. Он снизу может вас обойти. Там ват, наверное, да? Где ват? Я внизу лестницу чекаю. Но те сзади могут зайти. Слева. Понял, да? Вот я боюсь, что слева, да, могут в окошко меня наебашить. Блять, спец, это ты, нахуй. Я испугался. Смотри, через этот подземку могут подняться. Там уже. Такое ощущение, что под домом. Юго-запад, запад. Блять, нам бежать еще хуй знает куда, эвакуироваться. Форан, туда смотри. Они, видишь, тут пол. Либо это бичара, который этот игрок. А, красный дом, блядь. Где? Прыгнул, спрыгнул в яму. Надо его встретить, выпусти. Давай за ним. Граната. Кто кинул? Я.
Это бомжар какой-то был. Не-не-не, там другой. Там я перс... вот сейчас убил. Вот, Влад, он именно вот там у тебя, он там лутал. Я в курсе, спец у меня же. Убил его спец? Да. Телек? Как хуй его знает. Не-не, там чел, он бота лутал. Это бот? Нет, значит чел там есть. А чё, он под чел не стрелял бот? Я говорю, он бота лутал. Нет, я сейчас убил бота здесь на входе. Это другой. Папа, у меня, а, у меня. У тебя? Да, за дверью. Давай, грену дам туда. Я тоже дал. Чё, нас рашат? Да, раз. Убил. Убил. Сразу сдох? Да, сдох сразу, но может быть просто я ему много надавал. Троебец. Толик, ходишь. На юго-востоке бот шарится под углом здания. Перехтит, слышишь? Да, что, уходим на выход, что ли? Сейчас, подожди секунду, спец, я хочу забрать этот рюкзак. Его надо сначала как-то себе переместить. О, а теперь свернуть. Всё, и забрать назад всю свою хуйню дорогую. Ну и башу? Нет. По челикам, по людям. Бот. Уже боты резаются нахуй. Я предлагаю отваливать потихоньку, пацаны. Я хоть тут сидеть, да? Кряхти. А, в кустах. Нам идти хуй знает куда, блядь. Угу. Пусти. Пошли. Идем, идем. А у вас что по фэпосу? Я не знаю даже где смотреть. Да, вы не включали на стройках? Нет. Я вообще все на минимум выкрутил. Я вообще не трогал графика. А, отсюда пойдем? Ну, блядь, я уже не знаю, как нам выйти. Короче, пошлите. Тут не выйдем. Во-во, тут. Ну, вы учитывайте, там впереди стреляли пацаны. Да, и уж все съебались. На нас. Не обязательно. А могут сидеть. И кемперить. Пацаны, слева звук у меня на 320. Ходит. А ты где? Блять, бот. А, это бот. Все. Слышишь? Ну вот, прямо. Ага. Вон он, вижу. Так, ну в зеленой хате боты. А, вон батю стоит. Хуя? Бота не можешь убить. Я хотел убить его со снайперской винтовки, мне, блядь. Теперь подождите, надо похиляться. Вон два из снайперки, стреляй вон по ним. Сейчас постреляю. Оставь одного. На крыше он, снайпер. Я убил. Убил. Подождите, пацаны, прикройте, я похиляюсь. Мне бот выбил, блин, с дробовика всю хуйню. По лестнице кто-то сейчас спускается. Да. Да, бот. Он еще не только по тебе попал, да еще по мне по плечу.
Воды нет ни у кого с собой случайно? Молоко есть. Давай. Тонкий. Сейчас я добегу до тебя. Вот на стоге сен. Спасибо. Он после ранения всегда начинает хотеть жрать, пить, блядь, после лечения. Да уже время подходит просто. Не-не-не-не, это после лечения такая хуйня, я замечал. Когда сильно надают, начинаешь лечиться, бинтоваться, блядь, и он сразу начинает жрать, хотеть там. Если ботика увидите, дайте убить. Это снопы. Я троих убить. Вот, передо мной. Ну тут уже без снопы, извините. Да, еще. Опа, а вот снопа. Все. Это мой. Есть. Вон по дороге. Вон, на 65. На 65 по дороге. Челик, челик. Где? А, нет. Ебать, он бронебойный, нахуй. По нам стреляют? Да, боты. А где? Дай я убью. Пацаны, а вы где? Че вы там остались? Не, я у пацанов спрашиваю. Мы-то с тобой на выход идем. Ага. Хуя, граната прилетает и пизда. Бегаемся в разные стороны. Толик, беги. 37 всего лишь. 430. Золотого ничего не падало. Забрали дроп? Лимон? Какой дроп? Новый. А! Дроп, блядь. Там же смотреть, да? Дроп и награды. Получить сейчас. Я получил. Максес. Что теперь жать, подключить? Ну, активируйте, я его не знаю. Пришел. Просит зарегистрироваться, да? Это не стимовская игра? Она в Steam есть, но в России ее нет. Понятно. Ну как бы заблочено. Регистрироваться и активировать этот ключ, да? Активируйте. Я все наигрался. Давай еще разок. Да все, уже вышел. Уже не могу стрелять. Мы в контре чемоданы забирали, нет?
Так, и теперь вот мне пишут, получите ключ Steam. Чё завтра. Так как Steam ключ получить? Зачем он мне вообще? Ну у тебя типа ключ есть вроде, видать. Ну а то вы как, что вы сделали? Например, вы получили сейчас дроп, что вы делаете дальше? Я только получил. А ты активируй, потому что он может быть с временем, как в тот раз, блядь. Если вы еще не смотрели видео в течение необходимого времени, перейдите на Twitch, обновите страницу, как завершить задачу. Ты тоже не понял, да, что делать? Но. Оран же все знает. Не, я же на этом получал, на их сайте. Мне просто пришло и все. Почту зайти на Яндексе. Похож на главную страницу.